Дорогие читатели, ну а мы с вами продолжаем рисовать кораблики по мотивам стихотворения Агнии Львовны Барто «Кораблик». И сегодня мы нарисуем белый теплоход. Для начала мы нарисуем волны и главную палубу теплохода. Теперь рисуем среднюю палубу и верхнюю. Чтобы на кораблике было интересно плыть, нам обязательно нужно нарисовать окошки, иллюминаторы. Давайте нарисуем с вами вот такие кружочки. Сможете посчитать, сколько окошек у нашего пароходика? Пароходику обязательно нужны трубы. У меня выйдет 2 трубы. А вы можете нарисовать 5, 10, 18, 20 труб, а может быть даже целых 100. Что должно идти из трубы? Из трубы должен идти дым. Пусть он идет. Наш пароходик почти готов. Мы нарисуем ему флажок и поставим галочки. Галочки будут чайками, которые будут сопровождать пароходик в его путешествии. Добавим еще несколько волн, чтобы наш теплоходик-пароходик весело качался по волнам. Подписывайтесь на наш канал и следите за новыми видео.